Итак, мы продолжаем. Лунный камень сделал яд генерала-змея столь сильным, что теперь во всей Солнечной системе не было вещества опасней. Но королю-медведю это чрезвычайно не понравилось. Несчастного змея заперли в подземелье Черного замка и заставили вырабатывать едкий токсин. Кляня судьбу, змей ждал часа, когда он сможет вырваться на свободу. К несчастью для Кутора, этот страшный час настал. Вперед, змей! Если придется разорить все Лунолесье, только убей Кутора! Какой же ужас наше Лунолесье! Спасите! Кутора, останови этого змея! Стоп! Минуточку! Я тут вообще ни при чем! Кутора! Вернись! Берегись! Сюда! Нет! Змей! Это что? Мы же заодно! Я крыс! Едва не сгинув в пасти генерала-змея, Кутора застыл на кончике хвоста ядовитого гада. Идем, Кутора! Давай настучим ему по башке! А что они превратили Лунолесье? Раньше здесь было так красиво, а потом бум! Вместо леса одна пустыня. В самом деле, что стало причиной этой трагедии? Экстенсивная индустриализация? Неконтролируемая вырубка лесов? Загрязнение грунтовых вод? Возможно, нам всем стоит задуматься о влиянии... Алло! Мы уже знаем, что это из-за токсина змея. Что ты нам тут втираешь? Кутора бежал по извивающемуся телу змея, перепрыгивая шипы, срывая чешуйки там и сям, вспахивая залежи яда, прорубаясь сквозь облака и уворачиваясь от песка. Смотри, чтобы он тебя не стряхнул! Thank you.
Настоящая пирамида! Перед ними предстало архитектурное чудо с Земли. Какие секреты оно таило? Была ли то гробница лунного фараона? Быть может, внутри исследователей поджидала злобная мумия? Токсин генерала-змея уже убил добрую треть обитателей Лунолесья, и скоро он грозил добраться до пристанища кедров в сердце леса. Если токсин попадет к кедрам, все пропало! Надо прибить эту змеюку сейчас, пока не стало поздно! Декорации. А то змея, облака, пустыня, опять змея. Ух ты! Ну долго еще? Мы хоть до плеч добрались? У него вообще есть плечи? Ау! Где у этой змеи голова? И тут, совершенно внезапно, они увидели голову этой змеи. Нам конец! Кутора и Пекарина спускались все ниже и ниже по бесконечному нутру гигантской твари. Ну, мы живы, но глянь, сколько тут токсина! Один неверный шаг и... Спасите, я не умею плавать! Прошу! Да, да, знаю, я виноват! Раскаиваюсь! Спасите меня! Сам напросился. Смотри, что ты сделал с жителями Лунолесья. Я знаю. Меня грызет совесть. Просто скажите, что вам нужно. Я на все согласен. Ладно, Кутора, прыгай ему на спину. Он нас отсюда вывезет. Ай! Слезьте! Вы слишком тяжелые. Не могу больше! Все, что змей проглотил накануне, теперь плавало у него в желудке в виде костей и мозгов. Но скоро он должен был их переварить. Я таю! Меня переваривают! Тихо! Ой. Пожалуйста, я... Ау! Мое лекарство на вкус отвратительное! Глаза щиплет! Что у меня с носом такое? Ай, да заткнись ты! Верхом на генерале-крысе Кутора несся по склизким внутренностям гигантской змеи, который наполнял горячий воздух. Спасите меня! Не боись, милый мой! Пекарина с тобой! Спасибо огромное! Я не забуду! Ничего себе! Ты видел? Мелочь неблагодарная! Еще квакает тут! Чудовище!
прошу вас, мастер Кутера, сбросьте эту мелкую феечку и спасите меня! Будьте милосердны! Нет! Заткнись, грызун! Не отвлекай Кутера! А вот и выход! Стойте! Я вам нужен! Крысы и коварство, беречьте нераздельные! Не уходите! Получилось! Из хвоста по кишкам вдоль по пищеводу Кутера пробился к верхушке змеи. Они уже миновали глотку, значит, выход был рядом. Наконец-то! Свобода! Давай, Кутера! Прикончи его! Теперь я тебя прожму. Оказывается, ведьма следила за Кутера через волшебное зеркало в Белом замке. Молоток, я в тебе не ошиблась. Смотри, Янь, мы на шаг ближе к цели. Но и у короля-медведя было свое зеркало. Только ему это зрелище радости, так сказать, не внушало. Сперва тигр, потом крыс, теперь змей. Сколько ж надо генералов, чтобы его убить? Проклятие! То я, значит, закуска, то дверной коврик. Я крайне недоволен. Мой лорд, король-медведь! Крыс, ты где был? Ты предатель! Предатель? И в мыслях не было. Я всего лишь втерся Кутера в доверие. А потом, когда он полностью расслабился, ба-бам! По морде ему! Правда? Да ты смельчак. Поди сюда. Расскажи мне. Да, сир? Мой рассказ вас впечатлит. Стойте! Неужели нельзя эту часть промотать? Нет! Ври, не ври, а расплаты не избежать. С помощью Калибруса Кутера одержал победу над злом и спас несколько душ. Молодец, Кутера! Этим душам не терпится попасть домой. Кутера вырвался из брюха змея, который в попытках испоганить лунолесье схлопотал острый приступ изжоги. Наш герой был готов отправиться на поиски других осколков. И третий акт был для этого самым подходящим местом.